Снежана Казакова – потомственный педагог. В профессии уже больше 30 лет. Рассказывает, творчество – главный инструмент обучения. Такой подход объединяет детей и помогает найти ответы на многие вопросы, интересующие малышей. Поэтому на занятиях ребята поют, а преподаватель играет на музыкальных инструментах. В этом году я просто активно развиваю детский театр. И уже в этом году я вижу, как изменились дети прошлогодние, насколько они смело стали говорить, насколько они легко общаются друг с другом, насколько они делают все лучше других, потому что они почувствовали себя лидерами, почувствовали, что они могут сказать слово, их будут все слушать. Это очень важно, чтобы человек осознал себя как личность. За многолетний добросовестный труд Снежана Казакова получила особую награду от главы Самары Елены Лапушкиной. Всего в числе награжденных 24 учителя и работника дошкольного образования. Чествовать лучших специалистов сферы в преддверии профессионального праздника стало доброй традицией. С вами дети чаще проводят время больше, чем в семье, больше, чем с родителями. И, конечно, вы являетесь для них тем маяком, на чей свет они, в общем-то, идут. Поэтому всегда держите этот свет зажженным. Я искренне хочу вам пожелать здоровья. Я искренне хочу вам пожелать благодарных учеников, чтобы спустя много-много лет они помнили ваше имя. С награждения лучших педагогов в Самаре стартует большая учительская неделя. На этот период запланировано много событий. Все, чтобы сказать спасибо тем, кто посвятил жизнь служению детям. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.